На сцене культурно-досугового центра «Полет» в Зеленокольское выступление творческих коллективов, которые исполнили номера и патриотические песни. Здесь прошел 9-й этап эстафеты «Салют Победе». Гости мероприятия, в том числе и активисты «Единой России», отметили важность акции, ведь память о войне должна передаваться из поколения в поколение. Сама эстафета была организована по инициативе главы Одинцовского округа Андрея Робича Иванова. И очень хорошо, грамотно подхвачено Татьяной Викторовной Одинцовой. Именно по каждому управлению, по каждому поселению она проходит. В этом году эстафета посвящена городу-герою Мурманску и его героям. Во времена Великой Отечественной он был одной из главных целей фашистов. Именно здесь находился незамерзающий порт, железнодорожная линия, пункты базирования Северного флота и другие стратегические объекты. Первая попытка захватить город была 29 июня. Однако наши солдаты с помощью подразделений морской пехоты остановили врага в нескольких десятках километров. Важно это мероприятие, что нет даже слов. Это действительно дает нам еще раз вспомнить об истории Великой Отечественной войны, о тех подвигах, совершенных героических, нашим Красной Армией, населением, женщинами, детьми, всех, кто был в то время жил, кто привлекался ко всем работам, защите Родины. В этот раз символы победы передали из теруправления Никольское в Ершовское, представители которого, в свою очередь, пообещали также ответственно подойти к проведению эстафеты в своих образовательных и культурных учреждениях и итоговой концертной программе. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».